вещи, защитник команды воздал недвижимость. Ну, игра была хорошая, напряженная, туда-сюда контратаки, но все-таки наша команда устояла, выстояла. Я думаю, у нас еще все впереди, и мы добьемся победы. А в целом, какие основные аспекты игры сегодня могли бы выделить у вашей команды, у команды соперников, которые повлияли на результат? Ну, я думаю, мы победили за счет командных действий, за счет командного духа. Мы не растерялись как команда, друг друга поддерживали, в принципе, как и всегда. Я думаю, это нам поможет стать чемпионами.